В Уральске награждены представители силовых структур и волонтеры, которые приняли активное участие в борьбе с весенним паводком. Их поступки стали примером, и партия «Ак-Жол» вручила отличившимся медали за борьбу со стихией. На торжественном мероприятии присутствовали председатель Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана «Ак-Жол» Серик Мергалиев, депутат областного маслихата Аскар Мергалиев, начальник департамента полиции, сотрудники ЧС и Акимата, а также волонтеры. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Этой весной паводки нанесли серьезный ущерб, но человеческих жертв удалось избежать благодаря работе многих людей. Сегодня их труд был оценен наградой. Партия «Ак-Жол» наградила жителей, которые активно участвовали в борьбе с наводнением. На церемонии напомнили, что весна была сложной из-за обильных осадков, и партия также оказывала помощь техникой. Все приняли участие в ликвидации последствий паводка нашего, да. Работа произведена была очень колоссальная, большая. Полицейские во время прихода большой воды круглосуточно контролировали зоны подтопления, занимались охраной общественного порядка и не допустили случаев мародерства. Меня сегодня наградили как на руководителя подразделения, департамента. Но эта награда не моя, это награда всех сотрудников, которые круглосуточно работали и делали свою работу. Важную роль в борьбе с паводками сыграла сплоченность дачников. Благодаря их совместным усилиям удалось противостоять большой воде. Хотелось бы выразить огромную благодарность изначально партии «Ак-Жол», которая помогла нам с техникой для того, чтобы мы начали поднимать дамбу, которая спасла нас в итоге. Далее мы общими силами дачников собирали средства на укрепление, на грунт, на технику. День и ночь мы работали и вкладывали свои усилия, чтобы победить эту стихию. Заместитель акима Уральска Азамат Халелов также был награжден медалью за борьбу со стихией. В дальнейшем партийцы планируют наградить жителей Бурлинского района, которые первыми приняли на себя удар паводка. Зарина Шакешева, Азат Сарсикеев, Фарида Ахатова, телеканал ТДК-42.